Я думал, одновременно. Короткий одновременно, она длинная. Марш! Ну разрыв, видите, небольшой, 10 секунд или сколько? 10, 9, 8, 7. Вот это первые, кто пошли? 5, 4. А 10? 3, 2, марш! Они на длинную дистанцию, и у каждого замеряется километраж. Раз, три, десять. Ох, эти что-то тяжело стартуют, блин, черные. Подходим, останавливаем лодку. Остановили лодку. Вчера ж перевернулась тут одна. 3, 2. Баланса не было. Пираты. Черные. 5 секунд осталось. 3, 2, 1. Пошли. Комсомольск, подходим вперед. Подходим, останавливаем лодку. 5 секунд осталось у вас. 4, 3, 2. Не специально, видите, как они по-умному. Остановили. Мать его так, что там за метр, но все равно уже. Черные там вообще стояли. Наверное, ну это против правил, надо стоять, как на якоре. Покатика легче, конечно. Хорошо, делать эти хозяева. Ну да, преимущество. Вон те же повернули первые. Интересно, один круг будет или два? Комсомоль сейчас синих еще и перегонит, наверное. За лодкой плыть чужой намного легче, чем просто. Ты как? Если к корме привязаться на таком расстоянии, мне кажется, рассекается равно. Хоть она и узенькая, конечно, это Dragon Boat. Черный мало что не стоит. Да. Первый очень хорошо кремень. Ну да. Кремень называется, че как? Команда. Вчера тут ветераны Афгана тоже плавали, это тельняшка. Ты ж там уже явное сокращение. Тут эти более-менее. Где? Синий? Не, синий. Подкрепляется тоже. Нашего мы уже достали, смотри, почти к корме подошли. А нашего на расстоянии. Смотри, по-моему, интересно. Может быть, скорость. Thank you.
смотрю, у некоторых рулевой тренер, у некоторых такой помоложе. Домой. А эти хорошо вот рыбу ходят. Кременчук выиграет. Может, на втором месте, конечно, там Самойлов еще может. Вот эти синие, Динамо, что команда, да? Может быть.